Единственным мотивом, почему вы хотите быть вместе, это то, что вы действительно скучаете. Вы тоскуете, и ваши дни пусты без него. Это должно быть правдой. Если вы скажете, ну как, у меня отличная квартира, у тебя отличная квартира, давай сменяемся, съедемся. Все равно мы вот так вот живем, это же так неудобно, такие расходы на бензин, вот, и Бог знает, что еще. Вот единственный аргумент, который по-настоящему должен быть, это то, что вы мечтаете о нем, что вы желаете быть с ним, что вы хотели бы находиться с ним рядом, что вам трудно без него, тяжело, и что вы также захотите украсить его жизнь, как он украсил вашу. Может быть, не в таких романтических как бы выражениях, но вот... Вот такие попытки можно предпринять. Но если вы видите, вот для мужчины, понимаете, неубедительно. И даже когда ему в глаза скажут, вот 10 лет вместе, как ты со мной поступаешь? Ну вы же, извините, сейчас я не о вас, да, но женщина же тоже не без сознания эти 10 лет. Она же тоже понимает, что она делает.